Уважаемый Олег Петрович, безусловно, нарушителей на железной дороге нужно штрафовать, и не только на железной дороге. Но понимаете, вот когда-то 100 рублей, которые нам сейчас кажутся вообще мизерной суммой, были очень весомым аргументом, очень серьезной суммой. Цены растут. Не будет ли так, что через некоторое время наши с вами преемники в этом же зале будут говорить: ой, да там 2500 рублей, это вообще ни о чем, нужно повышать штраф, потому что просто вырастет масштаб цен и доходов. Может быть, как вы относитесь к тому, чтобы индексировать величину штрафов, скажем, применительно к росту прожиточного минимума? И второй вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы, как в Финляндии, определять величину штрафов в зависимости от процентов, в проценте от доходов нарушителя? Потому что, ну, в этом зале для большинства 2500 заплатит и не заметит, а для людей бедных это может быть чрезмерная сумма. Спасибо большое. Да, спасибо. Конечно, уже, как и Атарий Иванович тоже сказал, будем дальше обсуждать соразмерность штрафа, возможно, и привязаться к МРОТу. Почему нет?